Один из самых топовых блогеров Казахстана прилетел специально на день рождения. Ну, у вас на день рождения, брат. Красавчик. Вперед только. Спасибо, что прилетел. Қайдан мен? Шіле Москвада емес шығар, мен қайттан. Астана ма? Йо-майо! Простой казах вернулся! Масса! Здрасте, как ваше дело? Короче, у нас порожняк! Бұл жақта Каспий Голд істемей, біз бізде ақша жоқ. Кеше 3 мың рубль алып алдық. Енді таксиге, 20 рубль такси. Жетеме он бар 3 мың рубльге? 2700-ге. Здесь, оказывается, казахстанский карта не работает, да? Не знаю даже, брат. А ты откуда, брат? Я из Дагестана. Ой-бой, да? Ой-бой. Ой-бой. Перевод какой-то есть. Так по-эмоции так сказано, да? Ой-бой, это типа как... Вау! Шулықтар қоймайды. Магазин ашыпам ғой шулықтар. Шулықтар бармадыңдар? Чайхана номер один. Номер один блогер болғасын, номер один жетін тамақ шулы. Бірақ жетпейді. Бірақ жетпейді. Біреу танып қамайды бөші де әтәңгілерді. Подарк іздеп жүрім. Это рублей? Не теңге, не сом. Таза сүйіктен, білген? Білмеген. Ода бүкіл зат бар ғой. Не жоқ ода бүкіл. Полный күмістен. Шақ берейін ба. Үсейін, как это? Пушка. Аю, чо там? 10 миллион теңге. Красный жоқ па, брат? Ну, рыцарь. Туши, братан, сигареты себе в майку. Слышь, своей рукой, я ответственности не несу. Точно. Раз, сигарета. Даже. Собственноручно, вы видите, это не я тебе в майку. Дымит? О, смотри, нет. Я растираю место, где были сигареты, показываю сигарет, нет, ничего нет. Грозден, Арнелов, Силхеп, ты арт курик. Значит, это звездала, то уже, блин, мимра, кым на кмихи. Это